Хай! Макс, я желаю тебе успехов. CyberMax Digital, это мой лейбл, представляет вторую копию. Первую копию подарил, сделал специально для Лукашова Алексея, потому что он здесь исполняет на гитаре лидер партию. Это миньончик, состоящий из двух кавер-версий на Торна Парт. Записал я его вместе с Томасом. Это Богдан Куц, который играл в такой группе, как Крыница, Торна Парт. Вот, и Хигевальд еще. Вот. И Алексей Лукашов, это Викинг Иммортал, он играл Морталиум на соло-гитаре. И в Хигевальде, вот у меня со мной. Успели только сыграть две темы. Потом Алексей ушел в силу сложившихся семейных обстоятельств и материальных. Вот, поэтому... А, на вокале Родослов, да, кстати. Вот. Ну вот, вот такой миньончик, две темы. Вот одна сейчас из них исполняется. Называется она Star Rubicon. Да. А потом будет The Growling Winds. Вот. Сейчас это исполняется другое издание. Я издал компиляцию. Называется она In Stonehead of Winter. Вот. Это сама обложка. Я сам разработал. Вот. Вот логотип на Кульминис Рекордс. Тут компиляция, тут этот альбом и синглы и миньоны. Короче, можно сказать, весь Хигевальд на данный момент. Демозаписи, это получается живое выступление. Тут есть еще студийные треки. Вот. Все. Записано на CyberMax Digital Studio Records. Вот так вот выглядит. Двухстраничный только вот. Ну, так и делает Кульминис Records. Издание 20 штук. Тираж. Вот. Ну, а это мое издание. Под заказ. Это Родослову копия. Он коллекционирует диски. Вот, это для него. Все, рекомендую к приобретению. Можете заказывать. У меня есть на Фейсбуке две страницы, посвященные CyberMax Digital. Так выглядит оформление диска. Вот Торна Парт, это кавер версии на Торна Парт.